заключение, дорогие гости, хочу поблагодарить руководство Food City, руководство Евразийского делового союза. Без вас мы бы ничего не сделали. Ведь вы только представьте, в наше время, я так маленькую ремарочку, да, без поддержки бы ничего этого праздника бы не состоялось. Вот, и поэтому мы, энтузиасты такие, я чуть-чуть себя похвалю, и нашу команду, вот мы сделали, пусть небольшой, но такой фестиваль для вас, для народа нашего дружественного Узбекистана. С вашего позволения хочу пригласить к себе, ну сцены нет, наших партнеров, президента, президента политического клуба «Две столицы» Кустову Валентину Евгеньевну. Президента Российского фонда «Милосердие и здоровье» Бондареву Ольгу Викторовну. Советника журнала «По Узбекистану» Махмуджанова Бахрома Рустамовича. Советника журнала «По молодежной политике» Подгорных Андрея Львовича. Советника журнала «По молодежной политике» Цатуряна Марата Камоевича. Вот эти люди, это наша команда, это не вся, которая меня поддерживает в трудную минуту. И мы двигаем наше тело, наш журнал. И думаю, что этот фестиваль, это первая ласточка. С вашей помощью мы будем делать все больше и больше, и лучше, и лучше. Спасибо вам. Спасибо, Марина Петровна. Не уходите далеко, наша официальная часть продолжится. Но сейчас я хочу объявить о маленьком сюрпризе. Поддержать вас и поздравить Узбекистан с их национальным праздником пришел ваш коллега, кавалер ордена ООН «Деяния во благо народов», заслуженный артист России Игорь Славянов. И это первое выступление. Игорь, ваш микрофон. Друзья, с праздником! На узбекском языке я не буду петь песен, потому что вы их сами хорошо все знаете. Мое поздравление от России. А чем может поздравить вас Россия? Только широкой, веселой русской песней. Торгуйся, не скупись, поставляй-ка руки.
Игорь Славянов, кавалер ордена ООН. Спасибо огромное. Друзья, а у нас еще один сюрприз. Дорогие представители Узбекистана, особо обращаемся к вам, потому что у нас сейчас на прямой связи Ташкент. Алло, алло, пустите, слышите нас? Ташкент на связи. Да, мы пустите, слышим вас, Ташкент. Отличная связь. Поздравляем всех наших соотечественников, работающих на этой прекрасной интернациональной территории столицы России, Фуд-Сити. С Днем независимости Узбекистана. Спасибо. Всех мусульман, всех национальностей, со священным праздником, Курбан-Байрам. Спасибо, спасибо, Марат. Вас тоже с праздником, Ташкент. Вы слышите меня? Да, слышим. Очень приятно. Приезжайте к нам в гости. Спасибо. Расскажите в двух словах, как проходит праздник в Ташкенте. Очень весело. Я говорю с вами с центральной площади Ташкента. Вам, наверное, слышно праздник многолюдной толпы. Да, очень хорошо слышно. Передавайте всем привет. Да, обязательно. С праздником Фуд-Сити. С праздником Ташкент. Ну что же, вот такой замечательный сюрприз. Думаю, представителям Узбекистана было очень приятно. Приятно, потому что было даже и мне, и всем нам. А сейчас я хочу предоставить слово общественно-политическому деятелю, представляющему партию «Единая Россия», Новицкому Ивану Юрьевичу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я думаю, настало время поздравить вас с замечательным праздником Узбекистана и всех вас здесь в Фуд-Сити от московских властей. Я больше 20 лет был депутатом Московской городской думы, затем 3 года работал в правительстве Москвы. И в замечательном нашем городе сошлись люди самых-самых разных национальностей, как вы прекрасно знаете. И узбекская диаспора вносит значительный вклад в процветание нашей столицы, Подмосковья и нашего громадного мегаполиса. Спасибо вам большое за то, что вы здесь. Спасибо Фуд-Сити за то, что кормит Москву, прилегающие области. Успехов вам больших в деловом сотрудничестве и национальных праздниках. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, в самом деле культуру Востока в России очень любят. И очень многие русские интересуются этой культурой и даже изучают ее. И сейчас еще один сюрприз. Русская девушка Валерия Струкова, лауреат многих вокальных и международных конкурсов, споет для вас на аварском языке. На аварском языке, один из главных языков Дагестана. Прошу вас, Валерий, микрофон. Добрый день, дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам. Эта песня на аварском языке специально для вас.